Всем добрый день. Хочу вам объявить о создании новой рубрики. Думаю, что вам будет интересно не просто смотреть, где какая кость, с чем она связана, зачем, какую функцию выполняет, а может быть тот факт, что показывать практику. А в практике, особенно в практической медицине, мы используем несколько методов, потому что мы лечим не болезнь, а человека. И поэтому я подумал, что будет вам интересно какой-то рассматривать я буду клинический случай, интересный, с чудо-исцелением, конечно. И дополнительно буду вам показывать, какими мыслями я пришел именно к такому решению вот этой проблемы. Поэтому, если вам будет интересно специалистам посмотреть, как можно работать, а может быть у кого-то из людей будут такие же проблемы, и вы захотите, например, там избирать операции с помощью того, что я озвучиваю. Это реклама моего канала, и это польза для вас, ребята, не буду скрывать. Поэтому, ну и то, что я рассказываю, это абсолютная правда, это практические моменты из моей деятельности. Поэтому будьте все здоровы, ставьте плюсик, если вам это интересно, минус или комментарий, если вы хотите что-то другое. Дальше ждите, будет клинический случай. Всем здоровья!